Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной трешечок. Показывал я вам здесь обзорчик на акции. И, соответственно, я, конечно же, не упустил момент. IDG мне все забрала, все купила, получил вот такие вот плюшечки. Что я могу вам сказать? Русский сервер просто донаты плачут. По сравнению, наверное, все остальные, по сравнению с этими плюшками, которые здесь, ну, на сегодня это самый такой топовый сервер. Я пока в раздумьях, кого качать. У меня осталось на прокачку, ну, те, кого я хочу качнуть, потестить. Это, опять же, Командора. Для PvP-локации на атаку фортом попробовать ее. Потом с таких интересных еще Асура. Ну и Бугимен, конечно, тоже интересно посмотреть, что он сможет на максималке. В общем, сейчас определимся, пооткрываем плюшки, посмотрим, что у нас тут осталось. Так, 2,5, ребят, 2,5 миллиона кулаков у нас просто висит, и нам некуда их девать. Вот так вот. Вот так вот здесь я развлекаюсь на этом сервере, и это просто жесть. Я вот вспоминаю, сколько я мучился на русском сервере, чтобы накопить там какие-то ресурсы, прокачать, выйти в топ. Тут, конечно, это все просто делается налегке. Что вам сказать? Вы и так все видите и понимаете, что здесь неограниченные, скажем так, возможности, ресурсы. В общем, как-то так. Так, сейчас я заберу и пойдем определяться, кого мы будем сегодня качать. Делать на него обзорчик. Так, забрали. Ну, 500. Думаю, такой траты кулаков вы еще не видели. 2,5 миллиона кулаков. 3 миллиона кулаков на коробке. Вот так вот. Так. Ну, это здесь как расходный материал. Ну, некуда их девать уже. Ничего с этим не поделаешь. Там сколько у меня там уже коробок накопилось. Интересно посмотреть. Ну, практически 5 тысяч коробок, ребят. Ну, это бешенство уже. Так, окей. Поехали по ивентам, посмотрим. Так, что тут у нас дискаунт есть. Ну, давайте попробуем, поиграем. Стирачку заберем. Даже за 3 косамов. Как видите, неплохой дискаунт здесь. Нахрена я скидку выбивал? Ну, скидка, в принципе, 10%. Так, ну что отсюда интересно? Конечно же, интересно получать вот эти камни. 150 уже продает, отлично. Как видите, талантики для бездоната продают полным ходом, и это реально очень круто. И топовые таланты, опять же, чего на русском сервере вообще просто нет. Так, я стирачки в гильдию отдал 10 штук. Сейчас хоть верну себе стирачки обратно. Смотрите, для никнейма, ну, реально 5 рун, ну, это, конечно, за донат, но все равно круто. 100к кулаков. Смотрите, как стиралки падают. Ну, я думаю, что жесть просто. Так, ну что, ну, я думаю, заберу так, не буду тратить на скидку, то может быть 10%. Так, отлично. Ну, вот пакты. Просто супер, ну, не знаю, супер день. Без доната. Так, еще да, получили 6 стиралок, нифига себе. Так, что тут у нас есть? Орбу мы играли, в Баназу, в принципе, неинтересно. Ну, давайте посмотрим. Так, это гифты, которые дадут. Мы их забрали. Сейчас позабираем акции. Определимся, кого мы будем качать. Так. Практически максимальные призы сейчас заберем. Так, кто у нас тут упадет? Неплохо. Ну, относительно неплохо.
А что в большом продают? А, самики. Вот я в раздумьях, кого лучше качнуть. Интересно, наверное, будет коммодоров качать. Чем интересно, ее можно будет использовать на многих локациях, плюс она у меня в дефе. Ну и Бугимен тоже, в принципе, хорош. Он и так дамажит дофига, но с этим талантом, ну, с прокачкой, я думаю, он вообще будет нереальный какой-то. Анубис там просто бешеный стал. Ну, в общем, пока я в раздумьях, не знаю, и Командору хочется качнуть. Да, и Бигфут, и остальные тоже, в принципе, востребованы. Но, блин, Командора по-своему хороша. Так, окей, добиваем последний. Еще одна стирачка. Молтаника. Значки почета. Окей. Land Prizes не будем заходить. Давайте зайдем сюда, посмотрим, что тут у нас интересного сегодня может выпасть. Эссенция. Ну, такое себе. Блин, надо все-таки переустановить этого. Реально надоедает то, что лагает. Так, забираем отсюда, посмотрим сейчас, какие мы плюшки сможем получить. Асуру видел, неплохо. Очки питомца, думаю, все-таки питомцев откроют скоро, до 40-го левела качать. Уже время как бы подошло. Так, психощит какой-то упал, еще психощит, ну, первого уровня, конечно. Махатму вытащили, неплохо, сердцеедка, ну, относительно неплохо. Так, 32 итема надо позабирать. Ну, такое, Махатму не увидел. Блин, она нам сейчас попозже пришла. Да, вот она пришла. Так, окей. Давайте продадим. Ну, не все слизни. Только там на 120 надо. Так, окей. Такс. С этим мы разобрались, с дискаунтом тоже разобрались. Попыток у нас тут больше нету. Корпсы. По-моему, тут мы не были или были уже. Были. Хорошо, поехали, смотрим плюшки, что там у нас интересного добавилось, что мы можем пооткрывать в сумке. Сотника мы ставим. Так, эти я не могу открыть. Открываем. Вот смотрите, 60 осколков Лазуликса. То есть, по сути, за большой пак. Так. Это 619. Мне уже некуда их открывать просто. Жесть, конечно. Так, хорошо, с этим мы разобрались, поехали качать, заодно потом и открываем. Так, ну смотрим, какой вариант есть. Это, конечно же, Командора. Лазуликс у меня прокачанный. Вариант Командору прокачать. Она довольно-таки неплохая будет. Вариант Бугимена прокачать. Ну, буги я так часто не использую. Седна у нас уже фрея максимальные. Каких еще кого-то качать? Конечно, я Сурика хотелось бы качать. Ну, давайте, наверное, попробуем Командору вкачать. Думаю, многим будет интересно. Она используется во многих локациях. И заодно посмотрим, сколько я смогу сейчас поднять еще силы. У меня там 500. Поехали.
немножко посливаю книжки. Думаю, нам должно хватить ресурса на ее прокачку камней. А вы в комментах напишите, кого вы в следующем хотите увидеть на максималочке. Так, окей. Сейчас хоть немножко потратим книг. Ну, ресурсов, конечно, на прокачку надо дофига. На русском сервере, я не знаю, двадцатку качнуть надо очень много, копить долго ресурсы. Тут это делается фактически, как видите, за один день. Так, отлично. Уже практически плюс 1к качнули. Хорошо, что здесь есть книги с одной стороны, с другой стороны это реально просто жесть. Я уже не знаю, что делать, я не могу из-за них ресурсы открывать. Просто тупо печаль. Вариант только героев перекачивать, у них сливать. Так, отлично. Ну, идем к рубежу 650. Блин, как долго оно качается, это жесть какая-то. Такс. Ну, смотрите, как ресурсы уходят по быстрику. Уже 3500. Я думаю, может, в следующем все-таки бугимана качнуть. Он офигенный дамагер. Пусть, думаю, он нереально будет тащить на максималке. Ставьте ему урона, добавляет там, не знаю, треть, допустим. Он и так сносит дофига. Так, 14-е, отлично. Ну, уже плюс практически 3к накачали. Где-то, думаю, около 4000. Даже больше, наверное, получится у нас прирост в силе. Да, неплохо, неплохо. Силушка растет. Жестко, конечно. 700к вообще просто
реально сделать даже больше, наверное. Сейчас посмотрим, сколько с одного героя. Вы считайте мне еще героев 50 улучшить так. Нереально просто что-то. Напишите потом в комментах, чекните, сколько у нас ресурсов ушло камней. Ну, там, по-моему, 1400 надо, я около 3000 чем-то, 3600, если не ошибаюсь, на этих желтеньких. Ну, в общем, уже, ребят, мы качнули 4К. Плюс еще было, да, где-то около 5000 получается на одного героя. То есть 50 героев, еще плюс 250К можно раздуть силы. Это просто жесть. Даже больше 60, 300. Можно сделать реально лям силы. Только я не знаю, сколько на это надо будет времени и ресурсов. Все. Можете меня поздравить. 645.015. Вот так вот максимальный уровень. Смотрим на нее. Ну это просто жесть. Посмотрите на эти статы. Просто офигеть, ребят. Пишите в комментах, какую сборку на нее вы хотите увидеть. Варианты есть разные. Возможно, чары поменяем, посмотрим. Ну, это просто жесть. Давайте сейчас ее так в рейд запущу. Хотя бы приблизительно посмотрим, что она может делать. А, там череп. Анубис с черепом. Сейчас призойдем на кого-то другого. О, нормально. Ну что-то она нифига не наносит. Качнули, но качнули, что-то не то. В общем, пишите комменты. Давайте еще я открою сундучки, обещал. Что вы думаете, кого вы хотите увидеть на максималке? Так, ну... Посмотрим, кстати, надо посмотреть, что у нас по книгам. Отлично, минус 1 лям книг. Ой, говорю, 1 лям, минус 1000. Можно даже так сделать. Потрешивать 150. Ну, неплохо, еще плюс 300 книг, но зато нормально получили ресурсы. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Трешачок у нас, думаю, выдался. Всем удачи, всем пока.